Друзья, вы на канале Цветочный сад у Аленушки. Сегодня мы что готовим, Назарик? Какое блюдо? Мы будем запекать картошку с куриным филе, да? Да. Да. Для этого нам понадобится форма. Да. Сыр. Да. Кружочками порезанный картофель. Да. И куриное филе замоченное. Да. Значит, смотрите, куриное филе я замочила с майонез, смешала с аджикой. Аджика у меня собственного приготовления. Стоит у меня 2 часа замоченная она. Да. Картофель с приправой, перемешанной с солью. Сыр потертый на терке. Да. Приправу я смазала растительным маслом. Первым слоем выкладываем кружочки картофеля. Конечно. Очень вкусное, сытное блюдо. Кружочками выложив картофель. Да. Я добавила сюда специи. Да. Укроп. Да. Хмели, сунели приправу. Вот. Выложив слой картофеля, выкладываем сверху замоченное филе. Да. У меня я немножко ее... Будет очень вкусно. Да, Назарик? Угу. Немножко ее отбила. Угу. Кусочками. Выкладываем. Филе отбитое и замоченное. Неудобно сразу и снимать, и одной рукой готовить. Но я думаю, суть рецепта, думаю, будет ясна каждому. Так, выложили мы картошку, выложили филе, выкладываем еще один слой картофеля. Так. У меня стеклянная форма, выпекается хорошо. Даже картошки, наверное, маловато. Ну, ничего страшного. Вот так. Выложив картошки, еще один слой. Выкладываем последнее филе. То, что есть. Выкладываем это же филе. Выложив филе, оставшееся, посыпаем все тертым сыром твердых сортов. На гарнир можно любой салат. Посыпав тертым сыром, ставим в разогретую духовку выпекать. Да. Проверяем готовность. Я проверяю по картофелю, так как филе куриное выпекается быстро. Зубочисткой я проверяю, чтобы был готов мягкий картофель. Да. И наше блюдо будет готово. Да. Все, ставим в духовочку. Вот такая запеканка у нас получилась в итоге. Сейчас я покажу, какая она в разрезе у нас. Еще только вон горячие бульки. Вкусно, быстро, главное, и сытно. Вот такую запеканку можете приготовить или на обед, или на ужин. Гарниру любой салат. Если понравился мой рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы видеть другие рецепты. Вам приятного аппетита! С вами была Аленушка.